Как я обещал, хотел вам показать именно тест нового прибора китайского, который я приобрел для розыгрыша. И часто задают вопросы: Саня, как прибор китайский 4030, да, как он называется? Ну, крупный, что-то он еще и может найти. Ну, как-то вот так вот. В общем, показатели такие, видит только крупняк. У меня все по чесноку. Зря такую линейку разлиновал крупную, думал, будет классно. Ну, для начала или же для поиска металлолома, конечно, он пойдет. Но для поиска вот таких вот изделий, к сожалению, невозможно. Так что это игрушка. Игрушка для детей. Он бюджетный, может каждый позволить. Ну а мы его разыграем. Дубль номер два. Вы знаете, Тунглер повернул не на ту сторону. То есть, чуйка, не чуйка, а дискрим был выкрутен на полностью на ноль. Я еще думал, ничего себе, вот это дерьмо. На 10 сантиметрах? Вот это вот меня порадовал, действительно удивил. Удивил по поводу цепочек, развернутой цепочки, он увидит. Как я делал тесты других приборов на цепочке развернутой, он не видит. Он ее вообще не видит, ребята, золото. Не видит прибор, а китайский удивил, честно говоря. Ну, в целом, прибор, я считаю, классно, особенно если выиграть его на халяву, пойдет. Итак, ребят, вот такой простой тест мы с вами запилили, сделал обзор небольшой, и, если честно, он меня удивил по поводу развернутых цепочек. Другие приборы этим похвастаться не могут, а китайский смог. Приз, я считаю, что нормальный. Так что участвуйте, принимайте участие, и пусть вам фарт поможет его у меня выиграть. Всем, ребят, привет! Как я обещал, хотел вам показать, протестить новый прибор китайский, который я купил для розыгрыша. Это китайский металлоискатель MD4030 Pro Max. Насколько Pro, насколько Max, мы сегодня увидим. Хотел сделать тест, сравнить его с Аськой 250-й, с моей легендой. Но, к сожалению, я во всей квартире не нашел батареек. Те батарейки, которые внутри, они севшие. Вот, так что не терпешь. Решил сделать так. Ну, я думаю, показатели будут нормальные. Тест будет у меня непосредственно на крупную медь, на крупное серебро, на мелкое и на пляжные находки. Золото, серебро, колечки, цепочки. Что видит, что нет, все увидите. Так что рука трясется. Не знаю сейчас, с чего это. Волнуюсь, наверное. Так что вот, приборчик у меня в руках. Вот. Сделаю все максимальные чуйки, настройки. В общем, все сейчас покажу. Ну что, ребята, приготовился я. Вот он прибор, новенький MD4030. Прибор буду настраивать полностью на полную громкость. Вот. Чуйки, настройки при помощи тунглеров. Всего-навсего 3 тунглера, ничего страшного. Что будем тестить? Это, естественно, екатеринский пятак. Затем мелкую медь, это чешуя Золотой Орды. Крупное серебро, это у нас будет рубль Николая. Чешуйка Петра, а затем советик 5 копеек и медно-никель, это двадцаточка. Именно вот эти находки, которые у нас и будут, которые мы всегда находим. Дальше пляжные находки, это золотой крестик с цепочкой, серебряный крестик с цепочкой, золотое колечко и, конечно же, серебряное. Вот этот небольшой обзорчик у нас будет на тесте. Дальше разлиновал я бумажечку. Тоже не нашел у себя в квартире пластиковой или деревянной линейки. Так что все у меня железное, металлическое. Вот. И разлиновку сделал все четко. Без обмана. Можете посмотреть, сравнить. Все четко. По-настоящему. У меня всегда все по-настоящему. Так что сейчас прибор заряжаем и проверяем. Ребят, все будет неуклюже, потому что одной рукой снимаю, штатив ставить не буду, ничего. Вот для обзора. У нас пятак. Смотрим.
Короче, 11 сантиметров, ребят, 11. Золотая орда. А вот с золотой мелкой, ой, золотой ордой, непосредственно мелкую медь. Всего-навсего один сантиметр. Крупная серебруха. Девять. Чешую можно даже не проверять. Не увидит. Да, чешуя в нуле. Не видит вообще. Советский пятачок. Алюминистая бронза. Ха-ха. Ха-ха. Короче, пытается что-то найти, но, допустим, тоже не увидит. Дальше. Никель. Молчит. Не найдет. Ну, про золото я, наверное, молчать буду. Наверное, не найдет точно. Нет, не видит. В нулях. Серебро. Все в пучке. В нулях. Офигеть. Кольцо. В нулях. Серебряное кольцо, перстень. Ну, крупное, что-то он еще и может найти. Ну, как-то вот так вот. В общем, показатели такие. Видит только крупняк. У меня все по чесноку. Зря такую линейку разлиновал. Крупную. Думал, будет классно. В общем, как показатели у нас? Екатеринский пятак вы найдете. Показатель, в принципе, хороший. 11 сантиметров. Но это по воздуху. Допустим, в земле вы только увидите его на поверхности. Печаточка серебряная. Тоже только на поверхности увидите. Так что не обольщайтесь насчет пляжного копа. И рубль. В земле вы его сможете найти, но тоже только на поверхности. Так что подведем итог. Крупная медь, серебро однозначно. Ну и в принципе прибор рассчитан для поиска металлолома. Крупного металлолома. Мелочи вы его им не увидите. Так что вот так вот. Также можно ориентироваться на показатели. Вот на эти вот, которые у нас имеются. А иногда звукового сигнала нету, но шкала у нас может дрыгаться. Так что можно еще и по шкале ориентироваться, что в земле что-то есть. Вот такой вот мини-обзор на металлоискатель. Вот этот. Который вы все у меня спрашиваете, что за металлоискатель, стоит ли его покупать или нет. Ну, для начала, или же для поиска металлолома, конечно, он пойдет. Но для поиска вот таких вот изделий, к сожалению, невозможно. Так что это игрушка. Игрушка для детей. Для развлечения. Ну и взрослые тоже могут поразвлекаться. Он бюджетный, может каждый позволить. Ну а мы его разыграем между вами, кто хочет такую игрушку. Так что все. Дубль номер два. Вы знаете, тунглер повернул не на ту сторону. То есть чуйка, не чуйка, а дискрим был выкрутен на полностью на ноль. Я еще думал, ничего себе, вот это дерьмо, а кто-то с ним что-то кто-то находит. Так что ж, сорян, дубль номер два, сейчас дискрим на полную выкрутил, и громкость и все остальное выкрутил по максимуму, перепроверил. Так что смотрим вторую часть. Вы, наверное, по первую часть посмотрели уже, о, Саша, это говно. Сорян, у меня по чесноку, сейчас все сделал по-нормальному. Смотрим еще раз.
Ну все, игры закончены, шутки в сторону. Надо тестить по-нормальному. Итак, берем екатеринский пятак. В общем, 13. Дальше. Мелкая медь. Золотая орда. Девять. Нормально. Рубль. Тоже 13, как и пятак. Чешуйка. Сомневаюсь, что найдет. Да ладно. Серьезно? 6. Красавчик, я удивлен, честно. Удивлен. Дальше. Советский пятачок. Двенадцать. Хорош. Семь сантиметров. Никель, двадцатка. Так. Восемь сантиметров. Дальше. Берем серебряный перстень, огромный перстень. Одиннадцать. Золотое колечко. Ну, оно по весу такое же, как и обручалка. Ой. А я вам хочу сказать, вы золотое колечко на пляже тоже найдете. Пять. Ровно пять. Так, дальше. Допустим, серебряная цепочка, скомканная с крестиком. Десять сантиметров. Скомканная цепочка, серебряная. Ой, золотая, с крестом. Чуть поменьше, 8. В общем, вот такой вот показатель, ребят. Вот, все находки будут в пределах 10 сантиметров. Но так как мы сделали обзор непосредственно по воздуху, то нужно убавить где-то примерно 5 сантиметров. Ну, 4-5 сантиметров. То есть, все вот эти находки, они будут в пределах 5. То есть, в земле вы это все найдете на 5 сантиметров, чуть больше. Глубже, что будет находиться 10 сантиметров, то есть в этом эквиваленте, вы ничего не найдете. Так что этот металлоискатель, ну, повторюсь, да, детская игрушка для начинающих, в общем, пойдет, потому что цена достаточно приятная. Кто у меня его не выиграет, может прикупить. Вот такой вот металлоискатель у нас будет на розыгрыше. Вот, ну,
развернутые цепочки он точно не увидит, потому что это как бы показатель, даже многие металлоискатели не видят его. Да ладно, представляете, развернутую золотую цепочку он увидит. И судя по показателям, показатель 5-4 сантиметра. 5-4 сантиметра, ребят. Многие металлоискатели вообще не видят золотые цепочки в развернутом виде. Среднего размера. В развернутом виде он ее тоже не видит. Даже вплотную. Если цепочка будет свернута или узелками как-то свернута. Смотрим. Он ее вообще не видит, ребята. Золото. А это плюс, между прочим. Плюсик. Тогда ваши все цепочки на пляже ваши. Дальше, например, вот такая вот развернутая. Тоже видит. И как мы видим, на 10 сантиметрах. Вот это вот меня порадовал, действительно удивил. В развернутом виде цепочка толстая. Ох, он ее хорошо видит, ребят. Очень хорошо. На 9 сантиметров он ее видит, здорово. Удивил он по поводу цепочек, развернутой цепочки, он увидит. Как я делал тесты других приборов на цепочке развернутой, он не видит. Не видит прибор. А китайский... удивил, честно говоря. Ну, в целом, прибор, я считаю, классно, особенно если выиграть его на халяву, пойдет. Так что вот такой вот простенький у меня тестик. Итак, ребят, вот такой простой тест мы с вами запилили, сделал обзор небольшой, и, если честно, он меня удивил по поводу развернутых цепочек. Другие приборы этим похвастаться не могут, а китайский смог. Нонсенс, нюанс, что-то не то. Но меня порадовал, удивил. Вот, ну а в целом в находке будете видеть в земле, но не глубоко. В пределах 5-6-7 сантиметров. Тест у нас по воздуху, вот, так что имейте в виду. Приз, я считаю, что нормальный. Так что участвуйте, принимайте участие, и пусть вам фарт поможет его у меня выиграть. Так что все, пока, на розыгрыше, увидимся.